В рамках партийного проекта «Чистая страна» одинцовские единороссы присоединились к экологической акции «С миру по крышечке», которую провели в Голицынской библиотеке. В ней приняли участие сотрудники учреждения и местные жители, в том числе дети и подростки. В рамках мероприятия прошел также сбор макулатуры. Все вторсырье передадут на переработку, а вырученные средства направят на благотворительность.